Это сразу выход из дома. Такое деревцо красивое, и там внутри есть старое гнездо с прошлого года. Вон его видно. В прошлом году там были эти черные дрозды, и у них птенцы были в этом гнезде. Они вылупили яйца, и получились птенчики. Вот. А сейчас в этом году тоже черные дрозды здесь гнездятся, и в другом кусте. Вот это дерево цвело очень красиво розовыми цветами. Вот, а здесь вот другое гнездышко. Ну-ка, ну-ка. Надо очень аккуратно. Не видать, чтобы их тревожили. Здесь, что мне нравится, садят такие цветы с цветными листиками. То есть даже если и цветения никакого нет, оно все равно смотрится красиво. Вот красное с зеленым и желтое с зеленым. И в любое время года вот оно такое вот яркое. Мы здесь еще хотим цветных цветов каких-то насадить. Я название еще пока не знаю, но, по-моему, как или анютиные глазки, потом, может, петунья. В общем, такое сезонное можно вот тут садить. Место есть здесь и вот здесь. Ну, в целом, у меня особо нет времени для садоводства. Этим занимается Ричард, но ничего страшного. Здесь не сильно много работы, и так все ухожено. Так, и вот в дом можно через такое большое окно входить. Это окно-дверь и другая дверь. Вот еще тоже цветущий кустик, беленьким расцвел. Напоминает мне Луганск, парк 1 мая. Там тоже, по-моему, или такие, или очень похожие цветы. Классно. Я только сейчас его заметила.